Всем привет, друзья! С вами Влад Широков, это мой подкаст. В этом подкасте я хочу поговорить о такой теме, как... В этом подкасте я хочу поговорить о такой теме, как искусство. Что для нас искусство и почему так важно быть и развиваться в этом направлении, смотреть на искусство, смотреть на художников, на разных творческих людей, собственно, увлекаться искусством и что оно дает. Искусство дает нам развитие какое-то... Ёбаный рот. Искусство дает нам очень вкусное дерьмецо. Блять, хуйня, вот просто хуйня. Тема хуйня, честно. Сука, да почему такая хуйня, а, блять? О чем говорить, когда не о чем? Сука, о чем говорить, когда ты тупой, ёбаный мудак, блять? О чем говорить, ребят? Тема наболевшая. О чем я могу сказать? О чем можно поговорить в подкасте, чтобы людям было интересно? Или мне самому тема. Всем привет, друзья! В этом видео я хочу поговорить на такую тему, точнее, в подкасте, я хочу поговорить на такую тему, как прошлое, рассказать немного о своем прошлом и что же было, возможно, интересного, что так накину, вспомню в моем прошлом, может, какие-то смешные истории, что-то такое в этом плане разыграть и попытаться проникнуть в какую-то ностальгию. Ностальгию в те периоды, в те года. Возможно, это молодость, очень давняя молодость. Я попытаюсь вспомнить какие-то прекрасные моменты из жизни, возможно, случаи. Если они у вас тоже были или были похожие, вы можете писать ниже под этим видео. Какой же, собственно, случай? Тяжело, на самом деле, знаете, тяжело так накидывать как бы информацию, если ты, ну вот именно о теме, какую-то придумать тему, да, для подкаста. На самом деле это немного сложно, потому что когда ты в обычном потоке, да, разговариваешь с человеком, тебе легко прям думать на какую-то тему. А когда ты с самим собой наедине, фактически с собой и зрителем, собственно, камерой в данном случае, тебе достаточно тяжело, потому что нужно как-то собраться, собрать мысли, придумать тему. И вот одна из тем, которую я придумал, это прошлое. Что же в прошлом у меня такого было, что зацепило, какие ошибки я совершал и... Что бы я хотел изменить, наверное, хотя вряд ли я хочу что-то изменить, потому что благодарен всему, что было, всем людям, которые были тогда и будут еще, собственно. На самом деле было очень много прикольных моментов из моей жизни. Я когда-то, помню, в детстве катался на скейтборде, потом уже спустя некоторое время я катался на BMX, был таким прошаренным чуваком, собственно. И потом это, конечно, с годами куда-то делось, вот эта прошаренность, какая-то креативность, все стало обычным, и я уже не такой шаристый в каких-то трендах и движениях. Раньше я, кстати, не понимал, как, допустим, взрослые люди не понимают там своих молодых там детей или племянников. Ну, в общем, молодое поколение. Но сейчас я наблюдаю такую вещь, что, допустим, людей там возраст 19-20 лет и какие-то новые тренды 2020 года, я просто не понимаю. Возможно, я просто выбился из колеи, либо не такой модный. Но мне
иногда сложно, но и в то же время интересно. Не знаю, что будет примерно где-то через 10-20, там, 10-20 лет, но самое важное это, наверное, общаться с людьми, которые моложе тебя, и как-то пытаться впитать информацию, особенно какой-то прогресс, если это прогресс касается искусства, либо арт какой-то информации. Это, конечно, колоссально влияет на твое развитие как художника и, ну, собственно, как творческую личность. Нужно всегда стремиться к чему-то новому, создавать особенно что-то новое. В данном случае я, конечно, хочу немного создать такой вот проект. Возможно, он не похож на остальные проекты. Я, в принципе, не смотрел там, какие существуют проекты, подкасты там, но мне кажется, это прикольная тема. Это что-то вроде, знаете, радио. Радио такого эфира, только еще идет картинка. И мне кажется, это здорово. Вот так вот говорить о какой-то теме. В данном случае тема прошлое, детство. Это захватывает человека, зрителя. Ему становится интересно. Мне кажется, это очень здорово, когда ты смотришь, допустим, с экрана смартфона, либо с компьютера своего, ты смотришь на человека, который рассказывает о своей жизни, пусть он не такой известный или какой-то значимый, какой-то лауреат, но он просто человек, у которого была какая-то жизнь, и она совершенно отличается от твоей. Это, знаете, как эффект ну, сериала, либо там какого-то ток-шоу, когда ты смотришь со стороны на судьбу другого человека. Мне кажется, это интересно. Особенно, если человек знает, о чем говорит, либо он просто умеет говорить и становится вдвойне интересней, как-то более свеже. И в данном случае мы поговорим с вами о прошлом, и, собственно, я расскажу, почему я так часто его забываю, и, ну, или просто поделюсь с вами информацией. Вот я часто забываю то, что было со мной, допустим, месяц или два назад. Я забываю какие-то отношения девушек, которые со мной были, я забываю лица. Часто после какого-то серьезного разочарования в отношениях, либо на каких-то несхожестей в характере, ну, это, опять же, тоже разочарование. Я парюсь буквально один день, а потом, собственно, человека я абсолютно забываю. Не знаю, возможно, это из-за того, что мегаполис, огромный город, много красивых и симпатичных девушек, но вот такое вот, собственно, происходит со мной, и мне кажется, это значительный плюс, потому что ты не успеваешь страдать. Не успеваешь страдать там, грустить, реветь, плакать и кушать свои сопли. Мне кажется, это ни к чему полезному, собственно, не приводит. И это абсолютно бессмысленно. Поэтому страдать я крайне не советую. К сожалению, я забываю также, и что было, допустим, в школе. И вот пытаюсь на данном видео о подкасте вспомнить какие-то значимые, интересные моменты, которые со мной происходили. Я помню в школе, когда мы катались на скейтах, нас побили какие-то фанаты. Это было прикольно, как-то по-детски. Мы шли с друзьями по драмтеатру. Я не знаю, кто жил в Орле, тот поймет, но это абсолютно не важно. Мы шли ни в чем. Это был год, наверное, 2000 какой-то там, потому что я еще не так стар. Было прикольно, какой-то тренд, какая-то наблюдалась мода, мы катались на скейтах, были такие волосатые, челочные и такие необычные, возможно. И были такие чуваки, которые, типа, может, и не из таких благополучных семей, хотя мы как бы тоже из простых все были, но это маленький город. И была какая-то конкуренция, вот эти тренды, все друг друга били, что-то пытались выяснить отношения, кто круче, почему ты ходишь так, они, на самом деле, даже сейчас, как ни странно, в 21 веке, ну, в Москве это не так, собственно, наблюдается, но часто наблюдается такая вещь, что кого-то там побили за что-то там, особенно это какие-то татуированные, наверное, ребята часто на них смотрят, татуированные в плане, ну, там, лица. Но, опять же, мне кажется, это уже настолько, как бы, дико, что
Я уверен, но все равно в каких-то городах, там, в регионах, за МКАДом наблюдается такая тенденция. Ну и суть в чем, что я, собственно, рассказываю. Я рассказываю такую тенденцию, я помню, все убежали, я упал такой, мне сняли шапку, снимали на видео, и такие говорят, вот, что ты носишь чопу. Я смеялся и говорил, что дайте шапку, потому что я просто очень сильно переживал, что родители вставят за такое, собственно, за мою шапку, а не то, что я получил каких-то тумаков от непонятных, собственно, личностей. Возможно, это какая-то бесстрашность, возможно, это было просто ребячество, но мы, собственно, этого мы не ожидали. Мы просто шли, никого не трогали. И нам дали пизды, в общем. Нам дали пизды, особенно дали пизды мне, все убежали. Но пизды я получил, у меня, помню, болела просто челюсть, но это ничего страшного. Но это было прикольно. Потом, я помню, на следующий день мы с другом идем, у нас уже, мы такие, типа, свирепые. Блядь, сейчас, если кто-то опять начнет вот это права качать, что мы не так выглядим. Хотя мы выглядели, в принципе, обычно, обычные дети, да, просто была вот такая вот, ну, тенденция скейтеры, там, и фанаты, ну, фанаты такого, не как бы прям нормальные ребята, а просто такие дворовые, знаете, шпана, что ли. Ну, это больше гопота, чем к фанатскому, это не имеет никакого отношения, это уже потом стало, в принципе, выясняться, потому что также были друзья фанаты, но суть не в этом. Суть, я помню, вот такой вот тенденции, мы такие идем с другом, что у нас были пеги, я еще потом уже катался на BMX, у нас были пеги с собой, типа, вот сейчас на нас нападут, и мы дадим пизды хорошенько. Но, собственно, никто на нас не нападал. Потом я часто вспоминаю, ну, не часто вспоминаю, сейчас вспоминаю, какие были интересные периоды в жизни, от, наверное, в лет 15-14 было модно, там, вот эта вот тенденция туннелей, там, такие движения, мне кажется, даже до сих пор это, собственно, модно среди молодого поколения. Но и тогда было клево там бить татуировки, носить туннели, быть каким-то модным, креативным. Я помню еще первые тапки Fallen и Vans, что-то такое интересное. Я помню, очень заморачивался насчет шмоток, мы все были заморочены, такие типа прошаренные центровые, как у нас называлось это. Тема «Центровые чуваки», которые, в принципе, не тусуются там на районе, а ездят в центр маленького города, подчеркиваю, но суть не в этом. Суть, типа, мы шарили за шмот и, ну, как бы катались в свое удовольствие. Я помню еще первые свои узкие джинсы, которые я разорвал на очке, когда просто ехал на рампу, хотел сделать, наверное, трюк, но трюки я, конечно, не научился так делать, потому что моя усидчивость просто не дает делать трюки. И, собственно, я разорвал очко себе. Это были мои первые узкие штаны лет в 15, наверное, даже 14. Лет 14, да, первые узкие штаны, и до сих пор, вот мне сейчас 25, я ношу узкие штаны, мне нравится это дерьмо, это какой-то рок-н-ролл, наверное, я буду носить это всю свою жизнь. Какие еще моменты интересно было? Прикольно, кстати, копаться, знаете, такой формат, копаться в своем прошлом, давнем, уже забытым. Я помню, был один чувак, очень модный, такой креативный, он часто делал такие лютые поступки, тогда еще была тема с видео «Придурки», там «Чудаки», если еще кто знает, ну это, ну, типа другой перевод. Отшибленные пацаны, которые катались на скейтах, там Бэм Маргера, мы все угорали с этого. И я помню, что в центре был один чувак, который вытворял какую-то дичь, но это казалось на то время таким прикольным, интересным. А сейчас я вспоминаю, блин, были прикольные моменты. Он вытворял много всякой дичи, ну и мы тоже вытворяли много разного такого лютого. В принципе, и молодость прошла не так уж скучно, как может казаться. Интересно, сейчас молодежь чем-то таким занимается или больше в соцсетях залипают,
Я помню, постоянно вот смотрел тоже детали. Вот сейчас я какие-то темы смотрю по видео, там, по технике, фотоаппаратам. А тогда я смотрел, собственно, по BMX-ам, как они отличаются, что какие детали, типа, для чего нужны. Ну, в общем, на самом деле ничего не изменилось, просто изменились игрушки. Так же, на самом деле, происходит, и когда появляется машина, вот кто-то катался на велосипеде или там на скейтборде, потом появляется у него машина, а он заморачивается с машиной. То есть интерес немножко возрастает уже всего возраста, возможно. Но, конечно, вот такие экстремальные виды спорта, хотя ну, там мало экстримов, в принципе, ну, зависит от того, что ты делаешь. Мне кажется, это очень здорово, и я бы с удовольствием даже катался сейчас, но прошло очень много лет, и, собственно, каких-то азов так я и не получил на скейтборде или BMX, хотя мои друзья, собственно, были более усидчивые, делали флипы, трешки, фронтсайды, 50-50 там, барспины, если это BMX. Ну, было прикольно. А я всегда хотел, но у меня не получалось даже Оли, не получалось там банник, если это тоже BMX. Но мне нравилось кататься на этом маленьком велосипеде. Мне кажется, это какая-то свобода, какой-то драйв. И часто я смотрю, как чуваки катаются сейчас даже. Мне кажется, в этом есть что-то. В этом есть свобода. В этом есть какая-то underground, знаете, независимость, которой часто не хватает в нашем обществе, в нашем, так сказать, муравейнике. У людей вот этой свободы творчества, когда ты живешь и не боишься там делать то, что ты хочешь, а не то, что навязывает, собственно, общество. То есть ты не обязан кому-то жить, как вот они для тебя хотят, или там жениться во столько-то лет, там 20 лет ты должен жениться, или там 23, ты 25 должен жениться. Ты, в принципе, за свою жизнь, я понял, и мне часто родители говорили, что Влад, ты никому ничего не должен. Я, в принципе, иду по с данным выражением по жизни, что я никому ничего не должен. Я свободен, как ветер, и свобода – это, наверное, самое ценное, что может… Это самое ценное в нашей жизни, самое ценное, самое важное – свобода и какое-то… Свобода и какое-то постоянное развитие. Это очень здорово. Мы часто, знаете, когда в отношениях, я помню даже, ну, молодой, я просто такой немножко ранимый был, ну, возможно, и сейчас, где-то ненадолго, там, на день я тоже была ранимой, но я помню, что часто ты такой влюбляешься, думаешь, вот, она там, и еще была модная